Здравствуйте, дорогие друзья, рады приветствовать всех. Сегодня такой выезд у нас спокойный, не торопясь. Ходим по старым местам, любуемся природой, наслаждаемся погодой сегодняшней странной, переменчивой. То дожди, то солнышко. Вот. Что сегодня было, смотрим в ролике дальше. Итак, друзья, первый сигнал вменяемый сегодня. Будем снимать онлайн. Лопаточка прикольная, только к ней привык. Маленькая. Пином. Пином, да. И телефон выпадает. Все выпадает. Все падает. То холодно, то жарко. Непонятно что. Что тут у нас? Не знаю. Не в комке. Посмотрим. Чего там? Комочки. Что это там прячется? Ну где она? А вот она. Нашлась? Нашлась. Что там? Очень непонятно. Очень похоже на копейку капустную. Да? Угу. Сейчас посмотрим. Она. Кстати говоря, не в плохом сохране. Ну да. Курица похожа. Ну, я не могу сказать, что прям сохран такой. Да что знать, в мыл запихаем. Посмотрим. Там посмотрим. Ну да. Она самая. Тут не вижу. Ну, вот пока не вижу. Вот такая. Ну, она и свистела-то, в общем. Будет она свистеть. Вот и следующий сигнальчик нечастый сегодня. 28-й? Угу. Не 27-й. Да, не 27-й. Душечка, 28-й, вот. Идем к реке. Тогда сбежали из-за дождя. Там под деревом сидел, я снимал. Вот, посмотрим, что там было. А, она просто с таким же... Пуга гирька выскочила, такая вот интересненькая. А, да, там какой-то типа орнамент там. Целенькая. Приятно. Ты вообще будешь искать? Не, зачем? Мне сегодня ничего не дают. Хожу, брожу. Погода, конечно, сумасшедшая. То холодные ливни. Ну, то... Вон она ушла, точно. Вон она туда. Где? А, вон, да. То это. То жарко. Красота. Идем к реке вон туда. Там река идет. Солнышко. Вот застежечка такая выскочила от кафтана. Давно их не было, с того года не находили. Пойдет. Пойдет, пойдет. Вот у меня, да, выскочил зеленый кружок. Мертвый выснул. Неведомый. Еще не прочитать что-то. Просто непонятно, что это. Может, на камеру увидим. Не знаю. Нет, не увидим. Я не знаю, что за кружок. Зеленый кружок, короче. Том. Выскочило серебро наконец-то. Давно чуть не было.
Но у меня сегодня день кружочков. Убитая. Утертая. Утертая. Гос не видно. Но в зачет. На переплавку. Идем снимать сигнальчик. Говорят, перстень. Сейчас мы его посмотрим. Ух ты, елки-палки, ни хрена себе, тученца-то какая. А я что-то ее и не увидел. О, погнутый. Да. Смотрите. Сейчас фокусируемся. Непонятно пока что. Ну что-то там изображено. Ну, да. Вот это туча. Сейчас это опять. Он дождь, помочит нас чуть-чуть. Тучка убежала. Чуть-чуть нас помочила. Очередная. Такая вот штучка выскочила. Серебряная, скорее всего. Но сломанная. То ли кусочек брошки, то ли что-то такое. Украшал, короче, с камушками. Жалко. А, чирик-чирик. Полетел. Одна дорога шла вот так вот. И вот туда вот, между деревом и рекой. А вторая туда. Что там у тебя? Это медная штука. Просто медная штука. Ладно. Так и ходим здесь, вот с деревни. Сигнальчик. Копеечка Павла Первого. Вода у Любы. Мыть не буду. Вылезли оттуда. Идем по дорожке, по тракторной. И монеточка выскочила. Ну да. Катерина, да? Даже похоже Лиза. Полушка. Понятно. Что-то такое, но вензель Лизин. Похоже. Комары одолели. Ну, похоже на то. Лето красное, любил бы я тебя. В мыло. Вылезли уже к машине. Но продолжаем ходить. С серебром. Копейка, да? Пол копейки. Убитая, как всегда. А может и нет. Вот такая чудесная монеточка. Маленькая. Еле заметил. Чуть мимо не прошел. Эх, лето красное. Любил бы я тебя. Кабы не комары да мошки. Че ты там нашла? Еще одна копейка. Копеечка. А-а-а. И у меня кружочек неведомый. Потом отмоем его в таком наросте, не слабом. Сади. Нет, сади. Водичка-то. Фу. Кончились клещи, началась мошка. Павел, что ли? Петр. Чего? Представил. А, да, что-то такое. Надо замачивать будем. Нет, понятно. Сложно сказать. Хорошо. Вот, друзья, следующая монеточка. Николашка. Потом помоем, посмотрим душка. Очередной кружочек зеленый. Сегодня день зеленого кружка. Серебром, по-моему. Ушел, да, но только она убита так, что даже
Да, сегодня сохран у нас, конечно, финиш. Следующий заросший сигнал, заросший советик. Вообще, просто нет. Люди прошли сейчас нечастые, здесь вообще нечастые. Я здесь за 2 года видел одного мужика, тогда видели. И вот еще пара прошла. Ну это точно после 30-го. Поздний, да? Заросший наглухо. О. Ну и ладно, пойдет. Следующий сигнал. Трешечка гнутенькая. Сколько ходили по этой дороге. Ой, продолжает что-то выскакивать. Что это такое? Копейка Николаевского формата. Так пожеванная. Пожеванная. Вот такая вот. Какой год, не знаю. Ну, потом посмотрим. Сейчас еще вон до кустиков дойдем. И на сегодня надо уже, наверное, заканчивать, а то уже подустали. ВРПшечка, но, к сожалению, мертвая. Не выжила. Еще один сигнальчик, причем такой, фольговый был. Смотрите, какая красота когда-то была. Классно. Но, к сожалению, только часть. Крайний сигнальчик. Мы сегодня трешечек. Гнутая. 41-й год. Сейчас покажем, что насобирали. Вечер изумительный вообще. Такая вот красота. Прохладно, да. Ну так, друзья. Вот так сегодня походили. Ничего. Вот это вот самая классная штука. Да, вот эта штучка интересная от какого-то украшения. Это серебро точно. Это, походу, брошка. То ли брошка. Кусок брошки. То ли что-то типа того. Вот эти колечки какие-то. То ли конина, то ли бог его знает, что это такое. Серебро затертое. Ну и куча меди, которую поместим в хозяйственное мыло. И посмотрим, что-то вылезет. Ну вот двушка, скорее всего, вылезет. Вот это нормальное будет. А все остальное непонятно. Вот как-то так, такой прекрасный вечер. Завтра поедем пробовать на дорогу попасть, где было затоплено в том году. Итак, всем спасибо за то, что смотрите нас. Всем пока.